Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка медвежьего угла Елена Горчакова. И у меня важное и очень-очень радостное объявление. Осталось последние 50 килограмм таежного меда у нас. Пасечник, который его произвел, то есть это колодный мед, обратите внимание, колодный мед. И мы на него сейчас снижаем цену, снижаем. Он будет стоить 570 рублей за 1 килограмм. То есть с сегодняшнего дня колодный мед, но правда его всего лишь 50 килограмм, таежный колодный мед, который был по 800 рублей до этого, значит, уже кончался, а последняя бочка, 50 килограмм последний его, продаются по 570 рублей. Имейте в виду, раскупят его очень быстро, 50 килограмм уходит очень быстро, то есть люди берут как минимум по 5 килограмм, по 6 килограмм его обычно, ну, то есть буквально на 10-15 человек, может быть, хватит первых, кто успеет заказать. Под этим видео будет размещена ссылка прямо на страничку у таежного магазинчика, где таежный мед продается. Хочу вам напомнить, что мы возили этот мед в лабораторию, и у него число, диастазное число по шкале до 40 составляет 37. То есть это очень-очень-очень высокая диастаза. Это очень высоко ферментированный мед от северной пчелы из колод. То есть можно сказать, что этот мед идеален, просто идеален, просто он восхитительно идеален.